Большинство за. Сегодня на заседании Думы Читы в двух чтениях был принят бюджет города на 2019 год. Во втором чтении бюджет после внесения озвученных на общественных слушаниях и поступивших в письменном виде изменений был принят 19 голосами за из 22 возможных. В третьем окончательном чтении за принятие бюджета проголосовали 20 депутатов. Осторожно, яд! В поселке Приисковый Нерчинского района введен режим чрезвычайной ситуации. Одна из проб водопроводной воды показала наличие в ней мышьяка. На данный момент информация проверяется, взяты дополнительные пробы. Сейчас жителям временно обеспечен подвоз питьевой воды. В Агинском районе сотрудники ГИБДД совместно с родителями проводят акцию по популяризации световозвращателей среди учащихся общеобразовательных учреждений. Инспекторы рассказывают о том, как важно обозначить себя в темноте. Родительский патруль также призывает детей переходить дорогу только в разрешенных местах.